Привет всем, добро пожаловать обратно. Варлок проходит Darkest Dungeon. Уже он вернулся сюда и вообще не помнит, к чему тут, что вообще, как. На что мы закончили? Так, у нас есть бригада третьего уровня, мы можем собрать бригаду. Скуп, Костя, Миша, я. Запросто можем собрать бригаду третьего уровня. Есть у нас забег третьего уровня? Есть. У нас еще есть босс первого уровня. О, очень хорошая маска Берсерка. Да-д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 а. Мы хотим ее получить по-любому. Так, первый уровень. Кто сюда хочет пойти? На босса Цирилла всегда хочет ходить. Да, вон она кричит, кстати, там сейчас. О, возьми меня на босса, Варлок. Возьми меня на босса. Наверное, Женя. Наверное, Феникс Шоу хочет сходить, потому что, типа... Для него же маска. Пускай работает, правильно? У нас денег немного. Вот в чем проблема. Так, вы все пошли вон. Так, значит, с нами идет. Может, Женя, может, Грей Firefox пойти. Без разницы, но пускай Firefox идет. Потом на босса хорошо ходит Цирилла, как я уже говорил. Где она делась? Цирилла! Кыс-кыс. Да не настоящая Цирилла, а искусственная. Я потерял Цириллу. Вот она. Цирилла бьет по меткам, да? То есть ей нужно в спутнике кого-то, кто ставит метки. А, у нас таких мало осталось. Мы их уже всех до третьего уровня проапгрейдили. Да. Блин. Что-то не получается билд. Ну, Феникс хочет сходить как танк. Кто пойдет на вторую позицию? У нас нет никого для второй позиции. У нас есть Севен, но сам по себе он метки не умеет ставить, да? Ближний бой, если враг отравлен, дополнительный урон. Нет, не умеет. Блин, у нас тупо неким метки ставить. Сложно. Ну и хрен с ними, с метками. Тогда мы отправим, например, на вторую позицию. Блин, нам нечем будет четвертую, третью позицию бить. Кто у нас вообще тут? Высокопарого пророка. Какой-то высокопарый пророк. Неважно. Разберемся как-нибудь. То есть мы можем вот так пойти. Правда, кровотечение в руинах не очень... Мы можем взять Севена сюда. Он на второй позиции может работать? Вторая. Он отлично работает на второй позиции. Тогда возьмем его. Севен идет на вторую позицию. На третий. Боязнь катакомб, а мы не в катакомбы. Это не катакомбы, это руины. У тебя ни у кого больше боязни руин нету? У тебя нет боязни руин там или что-то такого? Вроде нету. У тебя? Нет. У тебя есть куриная слепота. Ой, какой-то такой, не знаю, бригада какая-то странная, но попробуем. Посмотрим, что получится, я не уверен. Сразу, чтобы не забыть, снять все вещицы. Упорядочить по редкости. Так, наряжаем. Нам нужно много дамага дать, либо для Севена, либо для Цириллы. Кто будет босса убивать? Вряд ли босса будет убивать Феникс Шоу. Ну, может быть. Плюс 25% урона. Я предлагаю плюс 25% урона дать... Ну, пускай будет... Севену. Он вроде нормально дамажит. Потом. Что у нас еще есть? Только мародер. Плюс 20% урона, если враг отравлен. У тебя же есть отравление. Да, она может отравить, потом может бить по отравленному врагу. Отлично. Лепр. 20% получаемого лечения может пригодиться на боссе. И... у тебя уклонение и так 0, так что вот тебе плюс 10% урона, минус уклонение. Стрелок. Тебе бы тоже что-то на дамаг, но у нас, наверное, нету. На тебе 15% максимального здоровья, чтобы не расслаблялось. И... Уклон 5, блин, вообще уклонений ни у кого нету. А, пускай тебе хоть 9 уклонения будет. А ты, как обычно, получаешь 15% к навыкам лечения и...
Я не уверен, что вот это мне нравится вообще. Минус 15% урон можно. И зато защита повыше. Как-то так. Бом. Так, теперь. Навыки. А, у Цирилла есть собственная метка. Я не знаю, что я туплю. У нее вполне нормальная собственная метка есть. Так что она может ее поставить и потом по метке бить. Или по метке может Севен бить после того, как она ее поставит. Я не знаю насчет того, хочу ли я ее апгрейдить. Здесь нам надо с деньгами поаккуратнее быть. Фениксу надо апгрейды делать. Я не уверен, что мне нравятся вот эти навыки, мы их никогда не используем. И очищение никогда не используем. Надо ему второй, тут есть еще один удар у него должен быть. Величие. На себя лечение 6 здоровья снимает стресс плюс 5. Вот это, наверное, намного лучше. Минус 20% урона на противника. Прикольно. Наверное, мы хотим вот этот ему удар добавить. И, наверное, мы ему хотим хилку добавить. Но на хилку пока денег нету. И к тому же с нами идет Грей Фаерфокс, так что все будет нормально. Цирилла, да, мы тебя уже смотрели. Севен, у тебя все, что нужно, улучшено. И кто с нами еще? Феникс, Грей Фаерфокс. Так, Грей Фаерфокс. Ну, не знаю, нужен ли тебе этот апгрейд, но пускай будет. Блин, капец, у нас бабла нету. В таких минусах нереальных. Нам все это проапгрейдить бы нужно. У всех на первый уровень апгрейды есть. А знаете что, мы продадим каких-то ненужных сейчас этих. Для того, чтобы купить провизии, мы продадим ненужные артефакты. Так что апгрейд нам нужен для Феникса. О, ему нужно оба апгрейда. Цирилле нужно апгрейд на дамаг по-любому. Севен проапгрейджена. Ты, тебе, тебе, тебе. А я знаю, что гори все синим пламенем. Апгрейдим всех. Нам очень важно здесь не умереть на боссе. Теперь мы продадим. Что мы никогда не будем использовать? Вон, устойчивость к отраве. Нафиг. У нас не так много осталось. Можно вообще вот это продать? Я знаю, что она типа редкая. Оп. Я ее случайно продал. Окей, ну теперь у нас зато много денег. Я не собирался ее продавать, я хотел посмотреть, что она делает. Но случайно нажал Shift, кнопка мышки, и она продалась. Тупость. Но зато бабла дофига. Можем хорошо провизии с собой взять. Много. Ну раз у нас есть это бабло, пойдем тогда всем купим навыки, которые хотели. Че уж, гулять так гулять. Раз мы продали артефакт за 100-500 денег. Так, чуть озарение. Минус 20% уклона, раскрывает цель. Нет, мы хотим... А, пускай будет у тебя, пускай озарение будет для разнообразия. Дальше. Феникс. Тебе надо, во-первых, навыки поменять. И тебе мы купим еще лечение. То есть ты у нас будешь... Вот это пафы убираем, добавляем лечение и второй удар. Цирилла. Тебе апгрейдим это и вот это. Все хорошо у тебя. И Севен. Ты с чем у нас ходишь? Лечит отравление на себя, уклонение. Но надо вообще тебе? Или нет? Блеск кинжалов, типа массовая атака на две цели. Снимает устойчивость к кровотечению врагов. Ну, не знаю. Ну, может пригодиться. Давайте вместо вот этого лечения возьмем этот блеск кинжалов. И не знаю. Пока деньги есть. Все равно никогда не используем. Как-то вот так вот. Метательный нож, это для ближнего боя. И отравленные клинки. В общем, как-то так. Все. Вот теперь мы готовы. Припасы, мы идем на босса. Покупаем много еды. На всякий случай.
4 баночки, вот этого побольше, вот этого побольше. Я не знаю, что этот босс делает, поэтому запасаемся по самые уши. Может быть, мы слишком много взяли всего, но я лучше перестрахуюсь. Не хотелось бы оказаться в ситуации, когда нам тупо не хватило зелий для победы. Когда грязный оборванный бедняк появился в городе. Грязный оборванный бедняк. Этот чумазый беззубый мерзавец осудил мои сверхъестественные знания и возвышенные цели и публично предрек, что если меня не остановить, то вскоре я обреку весь мир на гибель. Вау, какой лошара! Неужели он не мог нормально предсказать что-нибудь хорошее? Я бы ему дал денег. Вот конечно. Звуки этого бессмысленного сотрясения воздуха невероятно раздражают. Бессмысленного? Он абсолютную правду про тебя сказал. Ой, у нас есть секретная комната. Я помню, там много бабла. Мы хотим дойти до босса, босс будет здесь. Если мы пойдем вот так, мы максимально избегать будем боев. В секретную комнату мы вернемся после босса. Я пока не заинтересован в ней. Кстати, спасибо за разведку, игра. Кто нас разведывает? Наверное, это Чувиха. Севен. Сюда, потом вниз и вот туда пойдем. Надеюсь, что обойдем вообще все бои. Было бы неплохо. Так, 60, 100, 70, 70. Обезвреживай. Знаете что? Нет. Вы не сказали волшебное слово. Йоу, разведка, спасибо. У нас будет бой. Ну ладно. Вот здесь два варианта. Мы можем... Да-да-да, забирай, забирай, подавись. Мы можем, во-первых, отдохнуть перед боссом, бафнуться. Верные богатства. Либо второй вариант. Йоу, сразу, блин, голод. Хорошо, что еды взяли много. Второй вариант, мы можем отдохнуть после босса и снять максимум с себя всего. Но я бы хотел, наверное, все-таки босса убить под бафами. Ну хотя вот здесь, нет, здесь не баф. Здесь всякая шняга. Лечить никого не надо, давай, Грифер Фокс делает осуждение. Арбалетчики наша первая цель. То есть, окей, Грифер Фокс, знаешь что? Ты, я не уверен, что заслуживаешь быть в этой команде. 6-12 урона, 5-10. А блеск кинжалов 4-8-6-9. Ну, неплохо вроде. Теперь вот этот чувак, да, у него же новое срубить появилось. Он может сразу... Окей, знаешь что, Фэнк Шоу ничего не может. Потому что, ну, Булой хотя бы мы можем подобрать один килл. Спасибо. Благодарю вас. Севен немножко себя восстановил веру свою. Мою веру в себя. За счет того, что уклонился. Но, о. Молодец, Феникс Шоу. Я знаю, что ты крутой. Так. Опять, нам лечить никого не надо. Хотим убить арбалетчиков как можно быстрее. Бум. 6? Мало. Надо больше. Блеск кинжалов. 90% шанс попасть. Убивает. Отлично. Теперь, наверное, арбалетчик походит все-таки стрелой. А было бы отлично, если бы ты уклонился. Но... Как скажешь. Можешь не уклоняться. Ну да, давай подвинем его обратно. Не получилось, окей. Килл. Ну, Фоник Шоу, как обычно, подбирает. И нам бы хильнуться перед тем, как закончить ход. Но я выберу лучше, да. Убьем его критом. Без всяких лишних телодвижений. Эта штука, по-моему, просто дает дроп. И мы на ней все испробовали. Мы не пробовали на ней противоядие и целебные травы. Я на всякий случай попробую. Я уверен, что ни противоядие, ни целебные травы ничего не дадут на саркофаге, но... Попробовать надо было. Две картины. Охерительное сокровище. Ой, пустая комната следующая. Чем больше пустых комнат на пути к боссу, тем счастливее я становлюсь. Меня не интересует драться. Мне сейчас надо дойти до босса, убить босса, и если мы его успешно убьем, не трогай. Окей, хорошо. Ничего не случилось. Если мы босса убьем,
Успешно. Тогда мы можем вернуться там и открыть секретные комнаты и всю фигню. Плохо. Окей. Но пока что все могут атаковать, наверное, кроме него. Йоу, Севен, молодец. Чудовище! Попробуем убить этого чувака побыстрее, чтобы он нам стресса не сделал. Ну, кто у нас будет ходить? А, он все равно следующий ходит. Ну, неважно, арбалетчик чуть-чуть стресс получит, это вполне меняемо. И бум. Твейнинг шоу подбирает скелетика. И ты не можешь ни до кого достать, какой молодец. О, окей, спасибо за уворот. Спасибо большое за ворота. Что ты делаешь? Пропуск хода? Вообще слов нет. Так, давай полечи Севена. И уж он сам добьет без твоей помощи. Или знаешь что? Или вот так. Их строй прорван. Продолжай. Строй прорван. Нам надо в строй встать. О, совсем другое дело. Что за чувак с этим брутальным голосом? Ой, я не помню, как его зовут. Но это озвучка от... Я не помню, откуда озвучка. В общем, если написать в гугле Darkest Dungeon русская озвучка, ты найдешь эту озвучку. Без боев, без боев, без боев, без боев, без боев. Окей. Какие у нас есть навыки на бафы? Вообще никаких, понятно. А у тебя? Вообще никаких, замечательно. А у тебя? О, ну этот может себя бафнуть. И все. У нас ровно один баф. Не, мы не будем отдыхать перед боссом. Мы пойдем сразу на него. Повезет? Повезет. Нет, значит нет. Максимально света. Дорога освещена, путь ясен. Ешьте еду. Нужен лишь дух, кому еды? Все, еды больше никому. Погнали. Безумец прячется там, за скамьями. И сливает за скамьями. Речи. Бессмысленные речи. Что он сделал? Над двумя чуваками светится красный свет. То есть я предполагаю, что он на следующий ход по ним сильно ударит. Ну, я не знаю, что я могу с этим сделать. Скорее всего, ничего. Какая у него защита? А, у него от отравы и от кровотечения 0 защита. Нам 100% стоит его отравить. Йоу, крит на 8. Севен, молодец. А, я знаю, что нам надо всем, кстати, святую воду врубить. И... лечить нам нечем, будем тупо по нему дамажить. И я так понимаю, что стулья мешают до него добраться. Ну а, кстати, нашему чуваку на первом плане ничего не остается, кроме как по стульям хреначить. Вау, хера у них здоровье. Капец. Метка или выстрел? Я думаю, что мы метку поставим. Метка у нас чего? Снижает уклонение. У него 5 уклонения. Давай сразу метку на него. Сколько она действует? 3 хода. Кинжалами будем наносить дополнительный урон. Плюс сама арбалетчица. А, забыли выпить святую воду. Йоу, оглушение двойное. Слишком много. Бал развален. Ну вот это и есть мега атака. Хорошо, что он первого чувака проатаковал. Он скорее всего будет себя сам все равно лечить. Теперь бал развален будет на арбалетчика. К сожалению, наша хилка, походу, должна дамажить. Потому что дамажить, кроме нее, особо некому. Все, этот был в оглушении. Он может полечиться, но давайте попробуем пробиться к нему поближе. Если мы еще один стул сломаем, мы сможем его начать бить. Вижу тебя, я тебя тоже вижу. Сколько ты ходов делаешь за один ход? 10? Метка. С него метка снялась быстрее, чем арбалетчица успела в него выстрелить хоть раз, походу. Сейчас снимется, наверное, да? Нет, метка осталась, окей. Ну, теперь пора лечить. 7. Я бы предпочел побольше, ну ладно.
Наконец-то. У него есть метка. Кинжал наносит дополнительный урон по метке и по яду. 9-18 урона. Крит 16%. Скушай баночку. Кидай в него кинжал. Крит. Нет, 14 урона. 14 урона тоже хорошо. Пока он под меткой. Стреляй. Я знаю, что у тебя мало здоровья, но 26 крит. Какая красота. Сколько у него? 36. Нам один ход пережить. Простите, что? Нам один ход пережить, и мы в шоколаде. Я не уверен, что... А, вдруг кританет и проломаем. Обвал развален. 19. Окей. Чё? С местом, где я стою, что-то явно не так. Нет, у тебя все в порядке. Падает на другую чувиху. Не волнуйся. Попробуем его добить. 14. 6. О мой бог. Капец, лечи себя. Лечи себя скорее. Да, что ты будешь делать? Ну, эти стулья слишком жирные. Мы его убьем. Практически гарантированно. Единственное, что я боюсь, что он может убить Грейфайр Фокса. Но для этого ему надо две атаки сделать. Вот одна. И то он не поставил даже на порог смерти, так что все в порядке. Не пугай меня так. Мы тебя убьем раньше, чем твои камни упадут. Гарантирую. Сказал. Значит, сделал. Это не имеет значения. У скамьи кровь при ударе мечом появляется, да? Это такая специальная скамья. Нелепые уродцы. Церковная скамья. Ау! Наверное, за каждую разбитую скамью можно было получить дополнительных денег. Прикольно. Только мушкетер. 30% устойчивости к сдвигу. Минус 10% получаемого стресса. Окей. Так, это нам нужно. Что нам не нужно? Что у нас лишнее? Ну, не знаю. Святую воду можно выкинуть. Наверное. Продолжить приключение. У нас там еще секретная комната, все дела. Мы сейчас дойдем до вот этой комнаты и потом отдохнем. Там мы полечимся. Восстановим стресс. Сколько у нас там его есть. Пойдем в секретную комнату, ну и там уже посмотрим, идти дальше или просто домой свалить. В принципе, одной секретной комнаты уже будет достаточно для того, чтобы мы были в плюсе по этому забегу. Змеиный жир, а может змека? Да, точно. Топ-кроссовер 2018. Еда. Так, все, здесь отдыхаем, освобождаем место в инвентаре, лечимся. Прижались друг к другу, затаились. Те еще крысы в лабиринте, так. Что у нас тут есть такого интересного? Все спутники, лечение 20%. Наверное, не нужно. Перетянуть арбалет. Вот, ты себе добавляй баф, это точно. Так. Убежище. Я думаю, что мы... тупо восстановим стресс всем. И не будем изобретать велосипед. Осталось 5. Так. И... И вот так. А, это на одного. Не, не надо. Да, полечить. Всех полечить. Ударил кремень. А в субтитрах написано «Чиркнула спичка». Окей, идем сюда.
заходим в секретную комнату, все, мы в шоколаде. Если что, мы можем сходить сюда и сюда. Если есть настроение и будет возможность. Это открывается лопатой, я помню. Бом. Добыча всегда радует. В свете мы обретем победу. В свете мы обретем победу. Как замечательно. Если бы все было так просто, то русская армия в 41-м году бы просто днем бы ходила в бой, и все, все проблемы бы решились. О, это даже не бой, я это за бой не считаю. Это так, три тряпочки против нас вышли. Игра, тебе придется стараться немножко получше, чтобы как бы хотя бы даже притормозить наше продвижение. Потому что мы машина смерти. Еще один пал. Да, игра не впечатляет. Не уверенность растет. Смотрите, как умрет в следующем. В следующей комнате. Да не. Нереально. Камни нужны. Деньги нужны. У нас денег мало. Вместо того, чтобы выкидывать, лучше обмазывайся этими айтемами. Ну, их же большинство нельзя использовать. Так. 6-12 урона, у него 10 здоровья, шанс убить есть. Это значит, что это может Grey Firefox закончить. Бум! Окей, Grey Firefox, ты уволен. Собирай вещи. 11-22 урона. Хера у нас дамаг. Обратно в бездну. Костяной оборванец нет. Даже не пытайся. Потому что ты не попадешь все равно. А вот этого чувака надо убить. Спасибо, Грей Firefox, мочи его. Не ослабляй натиск. Истреби их. О, ну ладно. Фэнг Шоу Рулу позволено промахнуться иногда. Знатный по праздникам. Резал. Я же говорил, что ты не попадешь. Зря пытаешься, скелет. У тебя нет шансов. Напомни ключик себе, что самоуверенность — это медленный и подступный убийца. На какой подступный? О чем вы говорите? Все нормально. Все чики-пики. Медленный и подступный. Не шутите. Так, туда мы не пойдем. Мы идем сейчас в секретную, смотрим, что там. Потому что нам нужно место для этой секретной комнаты. Я на всякий случай погашу факел, может быть, из нее дроп вот лучше будет. Владение тьмы. Черные, как смерть. Владение тьмы, черные, как смерть. Окей, у нас надо три слота освободить. То есть вот это... Что-то лишнее. Можно еду выкинуть? Мы не пойдем в эти. Можно выкинуть лопаты... Можно выкинуть. Блин, просто мне еще хочется вот в эти две комнаты с сундуками сходить. Я ж мод. Хотя и че мы, куда мы будем складывать это все из сундуков? Места нету. Ладно. В таком случае надо еду выкинуть. Все. И валить отсюда. Бом. $17,000 в плюсе мы, окей. Ха. Я не против. Боязнь чаще, разява, музыкальная глухота. Знаток руин. Ну хотя бы что хорошее. Булимия. Минус 20% к навыкам лечения на привале. Не самое страшное, но полечить стоит. Разум солдат затмила обреченность. А дрон получает минус процентов. 15% шанс душевного подъема. Отлично. Так, что у нас там? Все нормально. Так.
Начнем с лечебницы, пока у нас есть деньги. Ты сразу иди лечить болезни. Нам надо бы полечить всякие черты негативные с кого-нибудь точно. Кто у нас тут есть? Кто у нас сегодня был? Феникс, у тебя есть какие-то негативные черты? О, у тебя тут просто писец. Боязнь чаще — это плохо, он не может чаще уходить, поэтому апгрейдим. Нам, кстати, вот это надо было проапгрейдить. Вместимость надо было, чтобы мы сразу по двое могли лечить. Ну ладно. Зато у нас очень дешево, вон насколько я уменьшил стоимость. Экономим бабло. Кузница, можем мы тебя проапгрейдить? Хрен, нам нужны купчие. А здесь мы можем снизить стоимость тренировок. Что, наверное, не самая плохая идея. Все равно мы постоянно тренируем навыки. Свои слабости. Умный воин этим воспользуется. Кто у нас тут есть? У нас есть Паскио, Варгей, Нуклен. Нужны они нам? Сколько у нас мест? Иногда будет появляться герой с первым уровнем решимости. Это типа с первым левелом, да? Ну, не знаю, можно и это проапгрейдить. Великие герои найдутся даже здесь. В грязи и слякоти. Наверное, мы не будем покупать артефакты. Я думаю, что это не самая хорошая идея. Стресс никому лечить не нужно. Так-то мы в очень хорошей ситуации, я думаю. Куда мы дальше пойдем? Вот теперь время сходить на миссию третьего уровня. Не знаю на какую, но на какую-то из третью точно пойдем. Надеюсь, вам понравился этот забег. Если это так, то нажимайте на кнопку лайк, это будет огромная помощь. Хотите смотреть еще, конечно, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Ну а я благодарю вас за то, что вы смотрели это видео. И увижусь обязательно с вами в следующий раз.